Морковь за 16 с лишним тысяч тенге за 1 килограмм собирался закупить отдел образования Сайрамского района Туркестанской области. Попытки завышения цен на продукты и другие материалы в рамках госзакупок выявили волонтеры антикоррупционной службы. Об этом рассказали в департаменте агентства по противодействию коррупции региона. Всего волонтерам удалось сэкономить 578 миллионов тенге государственных средств. Так, в одном из районов области пытались купить уголь дороже рыночной цены. В другом завысили цену на электроэнергию. А при мониторинге сайта госзакупок выяснилось, что отдел образования собирался закупить морковь по цене 16 700 тенге за 1 килограмм при реальной цене около 200 тенге. Цену завысили аж в 800 раз. После реагирования волонтерам путем направления рекомендательного письма удалось сэкономить более 29 миллионов тенге.